Команда «Спартак» город Орджоникидзе принимала в повторном матче на Кубок СССР чемпиона страны Ворошиловградскую «Зарю». Интерес любителей спорта к этой встрече был огромным. Стадион «Динамо» не смог вместить всех желающих. Вот перед такими страстными зрителями начал играть в основном составе «Спартака» Орджоникидзе 17-летний Валерий Газаев. Вот он, увлеченно наблюдает за игрой со скамейки запасных. Однажды Валера нарушил дисциплину. После обсуждения проступка всей командой было решено дать ему возможность реабилитироваться в очередной игре. Он вышел. Это было чудо. Что он делал на футбольном поле? Я сейчас вспоминаю, у меня вот волосы зашевелились. Я 3-4 человека уничтожил он эту команду. Поиграв в «Спартаке» Орджоникидзе и в ростовском «СКА», Газаев приобрел уже некоторую известность.